Против актера Алексея Панина возбудили уголовное дело за оправдание теракта на Крымском мосту. Отмечается, что в октябре прошлого года артист разместил пост в личном микроблоге, в котором порадовался совершению теракта. В отношении актера возбудили уголовное дело за публичное оправдание терроризма. По этой статье актеру может грозить штраф до 1 миллиона рублей, а также от 5 до 7 лет лишения свободы. Также по месту жительства Панина были проведены следственные мероприятия. Сам Панин эмигрировал в Испанию в 2020 году. В ноябре прошлого года он сообщил о получении американской визы.